大家好，今天我们来到了列宁的故乡乌里扬诺夫斯克。那么我们现在在的这个地方呢，就是最著名的列宁纪念博物馆。今天我们有幸请到了我们的解说员阿尔苏，给大家进行关于列宁童年的讲解。Здравствуйте, меня зовут Алсу, я работаю в музее-мемориале Владимира Ильича Ленина в экскурсионном отделе с 2006 года и знаю про Ленина все. Мы с вами находимся в музее-мемориале Владимира Ильича Ленина. Музей занимает два этажа. Мы с вами сейчас находимся на втором этаже и видим нашу диораму, где мы с вами видим наш город Симбирск, именно того времени, когда в наш город приехали ульяновы. Приехали ульяновы в наш Симбирск в 1869 году из Нижнего Новгорода. Илья Николаевич, отец Ленина, получил здесь очень высокую должность. Ну а приехав в наш Симбирск, они поселились на улице Стрелецкой, вот она, на переднем плане. И снимают они вот тот маленький домик, который вы видите в глубине диорамы. Это флигель хозяйки Прибыловской. Они снимают 4 комнаты второго этажа. На следующий год весной в этом домике и родился Ленин. Затем Ульянова переезжает в дом хозяйки. Она живет рядышком. Двухэтажный розовый каменный дом. И снимают квартиру на втором этаже. В этом доме родилась младшая сестра Ленина, Ольга. А третьей квартирой Ульяновых стал вот этот серенький домик. Дом принадлежал хозяйке Жарковой. И Ульяновы живут здесь на втором этаже. И живут они в этом домике до 1875 года. А в этом доме родился младший брат Ленина, Дмитрий. Сейчас этой улицы Стрелецкой нет совсем. Она не сохранилась до наших дней. На этом месте к столетию со дня рождения Ленина был построен наш комплекс «Ленинский мемориал». И от улицы Стрелецкой остались вот эти три домика, которые находятся в нашем внутреннем дворике. Эти домики, когда строился «Ленинский мемориал», были отреставрированы. И в них сейчас, в настоящее время, работают музеи. В желтеньком музей – дом, где родился Ленин. Розовый сейчас – музей народного творчества. А серенький – это квартира, музей семьи Ульяновых. Ульяновы, меняя съемные квартиры, переезжая с одной квартиры на другой, конечно же, мечтали купить свой дом. И через 9 лет после того, как они приехали в наш Симбирск, они смогли купить дом, но в другой части города, на улице Московской. Давайте посмотрим эту улицу на малой диораме. Вот она, улица Московская, куда переехали Ульяновы. И вот этот дом, который они купили. В этом доме Ульяновы прожили 9 лет. И самые счастливые годы Ульяновых прошли именно в этом доме. Но в этом же доме и печальные события происходят. Умер отец в этом доме. Владимиру было 16 лет. На следующий год известие о казни старшего брата Александра приходит в этот дом. Владимиру в это время было уже 17 лет. Мария Александровна, мама Ленина, принимает решение дом продать и уехать из нашего города в город Казань. Затем этот дом был в частных владениях. После Октябрьской революции дом национализировали и открыли музей в 1923 году, когда Владимир Ильич был еще жив. Музей этот работает и до наших дней. Это самый первый ленинский музей, открытый в нашей стране. Ну и, конечно же, самый посещаемый популярный музей нашего города. А улица Московская была переименована в улицу Ленина. И она сохранилась до наших дней, так как это было при жизни Ульяновых. Перед нами картина, где вся семья Ульяновых вместе. Вот так вечерами они и собирались в гостиной на улице, в доме на улице Московской. Отец Илья Николаевич, мама Мария Александровна, старшая дочь Анна, старший сын Александр. Ну а это Владимир Ильич Ленин, его младшая сестра Ольга
Дмитрий, младший брат, и самая младшая в семье Маняша. Вот такая вот большая, дружная семья. Так изобразил эту семью художник Котляров, который и подарил нашему музею эту замечательную картину. Владимир со своей будущей женой Надеждой Константиновной Крупской знакомится в Санкт-Петербурге, куда он переезжает из Самары. Сразу же Владимир Ульянов вступает в марксистские кружки, и он объединяет эти марксистские кружки в единую организацию, которую называет «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», и он становится лидером этой организации. За свою революционную деятельность Владимира Ульянова арестовывают, и он 14 месяцев проводит в тюрьме. Затем по решению суда его отправляют на 3 года в ссылку в Сибирь, в село Шушинское. Приехав в село Шушинское, Владимир Ульянов написал письмо Надежде Константиновне, своей невесте, и предложил стать его женой. Надежда Константиновна согласилась и приезжает к своему жениху в село Шушинское, где они свадьбу и играют. Итак, из нашего Симбирска Владимир уезжает вот таким 17-летним юношей, заканчивая гимназию с аттестатом зрелости, где вы видите все оценки. У Владимира Ульянова все 5, за исключением одного предмета логики. Только по логике у него была 4. Владимир стал студентом Казанского университета юридического факультета.